Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Домашняя контрольная работа к третьей главе, вариант номер 2, задание номер 2. При каких значениях P уравнение минус x в квадрате плюс 6x минус 2 равно P не имеет корней, имеет один корень или имеет два корня? Ну, преобразуем наше уравнение. Минус x квадрат плюс 6х минус 2, а p перенесем справа налево, будет минус p равно 0. Итак, для того, чтобы найти решение такого уравнения, нам нужно построить график y равно и минус x квадрат плюс 6х минус 2 минус p и найти точки пересечения этого графика с осью ox. Координаты x точек пересечения и будут решением или корнями данного уравнения. Ну, давайте тогда рассмотрим. Это у нас квадратичная функция. Графиком ее будет парабола, коэффициент а. Отрицательный, он равен минус единице. Значит, парабола будет направлена ветвями вниз. Давайте определим x нулевое и y нулевое координаты вершины параболы. Определяем их по формуле. X нулевое равно минус b делить на 2a. Это будет равно минус. B – это коэффициент при x, это 6, делить на 2a. А это коэффициент при x квадрат, он равен минус 1. И тогда x нулевое равно плюс 3. Теперь определим y нулевое. Y нулевое мы определяем, подставив в это уравнение x равно 3. Так, x равно 3, значит, получается 3 в квадрате, 9 минус 9, плюс 6 на 3, 18, минус 2 и минус p. И это будет равно минус 9 плюс 18 плюс 9 и минус 2 – это плюс 7. 7 минус p. Итак, наша парабола не имеет корней, если она не пересекает ось ox. Тогда схематически мы это можем изобразить так. Вот наши координатные оси. Парабола с отрицательным коэффициентом, опущенная ветвями вниз, не пересекает ось ox. Значит, она может выглядеть вот так. И тогда, ну, координата x нулевое, ее мы определили, равна 3. А координата y нулевое тогда должна быть отрицательная. Y нулевое отрицательно. Тогда парабола будет расположена вот так, и она не будет пересекать ось x. Ну и запишем, что в этом случае нет корней. Нет корней. Так, теперь рассмотрим другой случай. Парабола имеет корни. Наша парабола с отрицательным коэффициентом, с ветвями, опущенными вниз, и имеет одну точку пересечения с осью x. Значит, парабола проходит вот так. Координата x нулевой, ее понятно, равна 3, а координата y нулевая равна 0. В этом случае парабола пересекает в одной точке ось x, и значит, наше уравнение имеет один корень. Ну и последнее. Парабола имеет два корня, если она пересекает ось ox в двух местах. То есть она проходит как-то так. Вершина параболы при этом находится, ну, по x мы определили, это 3. А y нулевое должно быть положительным. Y нулевое больше нуля. В этом случае наша парабола с отрицательным коэффициентом пересечет ось ox в двух местах, и значит, наше уравнение будет иметь два корня. И вот нам теперь осталось только рассчитать. Итак, пункт А. Уравнение не имеет корней. Значит, y нулевое меньше нуля. Значит, 7 минус p меньше нуля. Отсюда p должно быть больше 7. Так, пункт Б. Уравнение имеет один корень. Это в том случае, если y нулевое равно нулю. Значит, 7 минус p равно нулю и p равно 7. Так, первый ответ – это второй ответ. И теперь пункт В. Наше уравнение имеет два корня. Если y нулевое больше нуля, значит 7 минус p больше нуля, а это значит, что p меньше 7. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.